За 2 недели режиссеру удалось посмотреть больше 500 мальчишек и девчонок из разных студий и кружков Одинцовского района. Ребята демонстрировали свои способности в хореографии, вокале, актерском мастерстве. И мы решили вот провести такой кастинг, отобрать лучших детей Одинцова. Как оказалось, они все очень талантливые, очень мотивированные, ужасно серьезные и работоспособные. Для детей это хороший повод проверить уровень своих способностей. Принимать участие в кастинге, пожалуй, даже волнительнее, чем выступать на сцене. Ну, это не менее волнительно, потому что это даже, мне кажется, еще более волнительно, потому что, когда ты выступаешь на публике, тебя поддерживают зрители, а на кастинге сидишь ты и люди, которые тебя прослушивают, профессионалы своего дела. Отбор юных артистов проводится для того, чтобы найти самых лучших, тех, кто вместе с известными артистами будет играть на одной сцене в мюзикле «Волшебник изумрудного города». Наравне с ними, на одной сцене, в одних и тех же номерах будут участвовать талантливые ребята из Одинцова, вокалисты, танцоры. И вот совместно мы сделаем такой вот спектакль. Репетиции уже идут полным ходом. Дети активно разучивают вокальные и хореографические партии. Кто-то будет солировать, кто-то играть в массовке, но, безусловно, для каждого участника проекта это хороший опыт и новые возможности. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».